Всем здоров. Играем в Колин Макрей Ралли 2005. Предыдущий, по-моему, да. Ага. Так, лянч открылась, тест тормозов двигателей я, по-моему, сделал. За кадром, да. Но проверить надо. Да, сделал. А, подожди. Тест тормозов. Да, все, все, все. Так, ну что, перетекаем в Легенды Ралли. Чемпионат. Здесь просто... Очень длинный чемпионат, 6 ралли, 38 этапов, это жесть. Турбонаддув, так, на Субару я не поеду точно. Масса, так. На чем я не ездил? Не ездил. Вот не ездил я на ней. То есть на Форде я где-то ехал в каком-то чемпионате. Я припоминаю. Мне он очень нравится, но я на нем ездил. На Селике, да, и на ней. На Лянче Дельте я не гонял еще. Надо взять. Попробовать ее. Тем более, по-моему, на ней какие-то детали установлены. Там тормоза или что-то такое. Сейчас посмотрим. Тюнинг. Керамические тормоза и двигатель на ней есть улучшенный. Да, вот так вот. Дождь, пасмурный день, абразивный асфальт, мелкий гравий. Вот это плохо. Мокрый асфальт мне дают. Ладно, давай. Последуем. Как сказать. Рекомендациям компа. И поедем на этих шинах. Дождь, погнали. Лянч Дельта, отыграли. Так, у меня сейчас стоит мокрый асфальт, но тем не менее держится она довольно-таки неплохо. Да вроде ничего, она так держится. Сразу кинули ее в этот гравий, в дождь. На мокром асфальте, по-моему. Ой-ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо. Опасно все равно здесь уйти, можно разбиться на... Ну, что-то оно... Так. Ну, рано еще нас судить.
Я еще хочу и по Австралии по какой-нибудь проехать, или там, не знаю, не в дождь, с шинами идеальными. И уже тогда можно сказать, что-то они так пока рано. Так, ну машина не побилась. 3.22. Так, здесь пасмурно, дождя не будет, но... 5, 4, 5, гравий, блядь. А чё ж я мокрый гравий-то не взял? Послушал я рекомендации компа. Не всегда хорошо. Я так скажу, для полного привода ее очень сильно носит. Такого быть не должно. Тут либо шины, либо в машине в само дело. Импреза намного лучше сидит на трассе, чем она, чем Лянчо. Тойота Селика тоже намного лучше сидит. Ну, я пока еще не распробовал эту машину, конечно. Может, еще мнение поменяю свое? То, что она быстрая, это да. Очень хорошо набирает она. Ну и что? Что это такое? Невидимая какая-то фигня была. 70 поворотов, длинный правый закрытый, на контроль, и внимание, левый 4 сушать. Левый 5. Так и знал, блядь. Длинный правый 5, не слезать. Не левый 2, длинный правый 2 закрытый, через кафе 50. Сетку еле видно, сейчас у стены было. Вернее, ограждение вот это. Блин. Тоже будет красная, походу, сейчас. Как я туда заехать умудрился? Со скоростью переиграл немного, и все. Это вообще не слышно, блядь, комментатор. Что-то... Ух ты, твою мать. Что-то там болтает, а что фиксное? Да. Надо же. Так, все равно первое место, техобслуживание. Так, повреждения легкие. Так, мосты. Это да, это надо все выравнивать. Что сильно еще? Коробка передач двигателя. Не, ну в минус я не хочу. Пасмурно, так, мелкий гравий, так, где, на мокром асфальте ехал, мелкий гравий, теперь поехали, тоже США, да, но тут походу все этапы, наверное, будут, все страны, 6 ралли, это охренеть. Япония, США, что там, Германия, Испания.
США тоже прикольно, мне нравится. Звук мотора классный у этой машины, это точно могу сказать. Не срезать. Да вроде нормально сидит, что-то не, но шины решают. Тут даже. Если хорошие шины и если еще керамические тормоза стоят, то это да, это круто будет. Так, ну здесь хорошо, на гравии нормально, нормально держится, цепляется за трек тоже хорошо. Улетел. Блин, улетел. Где финиш, ёбаный? Сколько можно? Ого. В толпу прям влетел. Так, окей. Первое место. Что там по времени? Время очень хорошо отыграл. Этап 4. Подо... 5, а, 3, 4. Да. Так, ну тут вроде как халявное техобслуживание будет после четвертого этапа. Там можно будет порисковать. Выжимать.
некоторых местах. Ну, пока по зеленой едем, что, нормально. Отрезочек. Да, США тоже классно. Но довольно таки опасно есть моменты. Минуты. Результат. Отлично. Техобслуживание. Ты смотри. Этап 5 и 6 появился. Вот это, блин. Поворот, как говорится. Шины менять я не буду. Как раз хватило его отремонтировать. Так, мелкая игра. Ну, в принципе, все то же самое. Я так понимаю, что тут и дальше так будет. И в Австралии будет там 1, 2, 3, 4, 5, 6. В Германии по всем трассам проедемся. Ну, я так предполагаю. А вот после уже прохождения всех этапов уже, наверное, будет халявно техобслуживание. Ё-моё, полуавтомат. Скинул на вторую, он взял, на третью переключил на подъеме. Yeah.
тихо, 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 ох ты. Подкинуло так как. Блин, вот полуавтомат. Снова путает карта мне передачами. Не, машина хорошая, она справляется, в принципе, со всем. Ого, я времени наиграл, блядь. Теперь можно последним приходить. И все равно выиграю. Хотя соревнуются все машины, которые были представлены изначально для выбора. Такая категория. Значит, теперь по 6 этапов будет. Хорошо. Так даже интереснее. Но машину надо будет беречь. Потому что халявы не будет. Меньше халявы будет. Только после 6 этапа будет их обслуживание, скорее всего. Сейчас посмотрим, в общем. А также тут могут быть и супер этапы. Дополнительные. Скорее всего, они здесь и будут. Один точно. Очень длинный чемпионат. Блин. Да ты на третью переключаешь, блин. Отлично. Шестой этап есть, время. Я наиграл кучу. Так, что теперь? Повреждения нет. Да, как я и предполагал. Супер этап будет сейчас. Давай его поедем. Ой, блядь, я не взял. Ни шины не посмотрел, ничего. Ё-моё. Да вроде норм, такое же покрытие, как сейчас ездил. Да, я так и предполагаю, что после каждого соревнования, то есть из 6 этапов, да, например, с еще, будет еще заключительный этап. Вот. Такой супер этап, а также там в Японии и так далее, во всех странах, где я побываю. 50, правый,
6 закрыт. Системный правый 2 закрыт. Так, видимо, он синяя точка, треугольник, вернее. 50, вправо, влево, 2. 100, на финиш, на втором. Да, хорошо его сделал. Так, очки, команд, вернее, в общем зачете. Кучу времени я наиграл. Да, второй этап будет у нас Греция. Вот. Отлично, отлично. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.